Мало так мало осталось на маленьких девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, 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 где же ты, где? Она не такая, как все, она особенная. Весь город охота подсел на нее, особенная. Ой, мама, это любовь, мама. Не по себе стала, а с ним в голове. Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка, девочка, всем преподала урок. Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка, девочка, всем преподала урок. Хай! Все пацаны от нее без ума. У этой белочки четкий орех. Не нужны ни деньги, ни славы. Ты просто так не подкатишь. Она не из тех, стреляет глазами круче, чем Стечкин. Утонул, не увидев, от всех вопросов уйдет по-английски, но никого не обидев. Но я не простой, знаю подход. Украду ее просто из клуба. Подарю ей цветы всю ночь напролет, сломать ее губы. Ой, мама, это любовь, мама. Не по себе я стала, мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка, девочка, всем преподала урок. Ребята, всем привет, меня зовут Раиль Арсланов. Только что прослушали мою песню. Ну не мою, мой кавер на песню Егора Крида «Мало так мало». Если хотите, чтобы я разобрал вот эти все фишки, а я их уже разобрал. И разбор находится на канале Хижина Музыканта. Ссылочка в описании под видео. Переходите, изучайте песню на здоровье и пойте где хотите. Кстати, если хотите посмотреть видео, как я репетировал и записывал эту песню, переходите на следующее видео под названием «Влог». И не забудьте подписаться на канал, потому что вас ждет много чего интересного. Здесь ссылочка на Инстаграм, подписывайтесь на меня. И всем до скорых встреч. Пока.